предприятие работает в обычном ритме. Вот. Есть небольшие проблемы, может кто считает большим, это дело такое. Но сегодня проверяют всех. Всех, кто связан с Святого банка, значит, проверяется рациональное использование денег. Все. И в том числе и нас. Вот. Вернее, не только нас, а сколько проверяли Кригера. Вот. Значит, нашего подрядчика, который выиграл тендер. Вот. Деньги по проекту это не предприятие платит, а предприятие только подает заявку и актовый грабит передает в Минфин, а Минфин платит через деньги поступают прямо непосредственно на счет того, кто выиграл тендер, в данном случае Кригера, значит, с Хорватии, город Загреб. Нам главное, чтобы значит, не упала проплата, потому что если не упадет проплата по второму выигранному тендеру, значит, мережа раскопана весь город, значит, вот и все. А выиграли французы, а французы уже насторожены, работать дальше или не работать дальше. Ну, я не вижу что-то такого тут большого, что-то страшного такого, значит, я думаю, что у Кригера будет все нормально.